Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать очень легкий узор для пуловера. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 6 петель на 2 ряда. Для примера надо набрать 21 воздушную петлю. Первую петлю мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Набрали. Держим петельку, набираем одну воздушную петлю подъема, и от той петли, которую держали, мы отступаем назад одну петлю или пропускаем 2 петли. Заходим в третью петлю и провязываем полустолбик. 1. В следующую петлю мы провязываем полустолбик. И в третью петлю мы провязали 3 полустолбика. Это и есть начало первого ряда. Одна воздушная петля, пропускаем одну петлю внизу, заходим во вторую и провязываем пышный столбик из 2 протяжек. Так получается, одна воздушная, пропускаем одну петлю внизу, заходим в следующую и провязываем подряд 3 полустолбика. 1, 2, 3. Провязали. Одна воздушная, пропускаем одну петлю внизу, заходим во вторую и провязываем пышный столбик из 2 протяжек. Одну оставили на крючке и еще. На крючке у нас 5 петель, провязали сначала 4 одной петлей. И потом оставшиеся 2. Одна воздушная, пропускаем одну петлю внизу, заходим в следующую и провязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Провязали. Одна воздушная, пропускаем одну петлю внизу, заходим в следующую и провязываем пышный столбик из 2 протяжек. Провязываем сначала 4 петли вместе, потом оставшиеся 2. Одна воздушная, пропускаем одну петлю внизу и последние 2 петли мы провязываем полустолбик. 1, 2. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Во второй столбик мы провязываем столбик с накидом. 1. В предыдущем ряду у нас есть пышный столбик. Мы заходим в него, провязываем 1 пышный столбик из 2 протяжек, 4 петли вместе одной петлей и оставшиеся 2. Одна воздушная. И сюда же, в эту точку, в этот столбик, мы провязываем еще 1 пышный столбик.
из двух протяжек. Сначала 4 петли вместе, потом 2. Провязали. По ходу вязания у нас есть 3 полустолбика в предыдущем ряду. Мы заходим в каждый столбик и провязываем 3 столбика с накидом. 1 столбик, столбик предыдущего ряда. 2, 3. Провязали. Заходим в пышный столбик предыдущего ряда и провязываем элемент. Пышный столбик из двух протяжек. Сначала 4 петли вместе одной петлей, потом 2. 1 воздушная и сюда же еще один пышный столбик из двух протяжек. Провязываем 4 петли, потом 2. Провязали. Далее мы повторяем в 3 полустолбика предыдущего ряда. Мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. Заходим в пышный столбик и провязываем элемент, состоящий из пышного столбика, 1 воздушная и сюда же еще один пышный столбик из двух протяжек. Провязали. И в конце ряда мы провязываем 3 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3. И 4 столбик мы провязываем в первую петлю подъема. Провязали. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда. 1 воздушная петля подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. В последующие 3 мы вяжем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Мы провязали 3 полустолбика в столбик, столбик предыдущего ряда. 1 воздушная. В предыдущем ряду у нас есть элемент, состоящий из 2 пышных столбиков. Мы заходим в арочку между ними. 1 протяжка, 2 протяжка, 4 петли вместе одной петлей и оставшиеся 2 провязываем одной петлей. 1 воздушная, 3 столбика с накидом предыдущего ряда, мы провязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Провязали. 1 воздушная. Заходим в арочку, в середину элемента предыдущего ряда и провязываем пышный столбик. Провязали. 1 воздушная. В 3 столбика с накидом предыдущего ряда мы провязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Провязали. 1 воздушная. Заходим в середину элемента предыдущего ряда и провязываем пышный столбик. Провязали. 1 воздушная. И в конце ряда у нас есть один столбик с накидом. Мы провязываем в него полустолбик. И в первую петлю подъема провязываем второй полустолбик. Мы с вами связали второй ряд. Начало четвертого ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй и провязываем столбик с накидом. 1. Заходим пышный столбик предыдущего ряда и провязываем элемент. Пышный столбик
1 воздушная и сюда же пышный столбик. Провязали. В три полустолбика предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. Заходим в пышный столбик предыдущего ряда и провязываем элемент. Пышный столбик из 2 протяжек. 1 воздушная и сюда же пышный столбик. Провязали. 1 воздушная. В 3 полустолбика предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. В пышный столбик предыдущего ряда мы провязываем элемент. 2 пышных столбика и 1 воздушная петля между ними. Провязали. В конце ряда провязываем в полустолбике 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 4-й ряд. Следующий ряд по схеме будет первый. 1 воздушная петля подъема, переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй, провязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Мы провязали столбик, столбик. 1 воздушная. Заходим между элементами предыдущего ряда и провязываем пышный столбик. 1 воздушная. В 3 столбика с накидом мы провязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. И так мы вяжем до конца ряда. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Модельку, которую можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!